Конечно же, и НИАК заболевания, и депрессии, это все связано с кортизолом. Кортизол вырабатывается корой надпочечников, и всегда кортизол должен превращаться в гидрокортизон, а также превращаться в ацетилхолин. Выделение кортизола связано со стрессами. То есть в случае, если у человека стрессы, то как необходимо организму реагировать на стрессы? Хочу вам сказать, что есть стрессы, которые имеют вид разрастающихся, и есть человек, который переживает стресс, и после того, когда он пережил стресс, то уровень стресса не снижается, а растет. То есть это как бы по накопительной системе действует на человека. Таким образом, человек вместо того, чтобы успокаиваться, накручивает себя дополнительно. Из этого в дальнейшем появляются такие заболевания: ожирение, сахарный диабет первого и второго типа, гипертоническое заболевание сердца, которое вследствие всего в дальнейшем приводит к появлению там глаукомы, заболеваний сосудов мозга, к уменьшению иммунитета и так далее. Ну а как наш организм может справляться со стрессом? Я хочу вам сказать, самый простой способ справляться со стрессом – это дневной сон и употребление магния. Это самое удивительное. Начинает болеть. И его начинают лечить в условиях стационара, то какой у него режим? Давайте я сразу же скажу, человек должен соблюдать постельный режим. Почему человек должен соблюдать постельный режим? Потому что у нас рефлексы работают. Как бы и что бы человек ни делал, в случае, если он принимает горизонтальное положение, то хочет он или не хочет, рано или поздно он обязательно будет спать. Именно поэтому при любом заболевании человеку рекомендован постельный режим. Именно поэтому, в случае, если вы болеете вот заболеванием НИАК, заболеваниями депрессии, у вас есть тревожные состояния какие-либо, вам необходимо выключить телевизор. В проветренном помещении вы должны лечь на протяжении дня и просто полежать с закрытыми глазами или постараться уснуть, но найти возможность спать дольше. Также я рекомендую просыпаться раньше и ложиться раньше, потому что если просыпаться раньше 7-8 утра, допустим, и ложиться там, естественно, до 10 часов вечера, то у вас улучшится заметно психическое состояние. Если же вы привыкли ложиться там после часа, двух, трех, то тогда старайтесь просыпаться утром не ранее 10-11 часов.